Итак, седьмой заезд, его участники Павел Кальманович, Тимур Кемельчанов, Николай Карамышев, Файдар Нуриев и Сергей Загуменов. Пилоты сейчас ждут, а мы вместе с ними отмазки зеленым флагом судьи на стартовой прямой. После того, как эта отмазка состоится, это будет означать, что пилоты должны все внимание устремить на стартовый светофор. Последняя подготовка к старту сейчас занимает четко свою первую стартовую дорожку Павел Кальманович, представляющий команду AG Team. На счету Павла Кальмановича три уже проведенных заезда сегодня и одна победа. Раз предыдущую гонку Павел Кальманович сегодня сумел выиграть. Ну и снова Павел Кальманович по своим напарникам по команде Тимуром Кемельчановым. Здесь очень плотное сражение между казанцем и пилотом из Курска, но там и пилоты AG Team также пытаются уже вмешаться в противостояние двух этих пилотов. И это играет на руку лидеру Сергею Загуменову. Пока что преследователи разбираются между собой. Сергей Загуменов имеет чистое пространство перед своим автомобилем, пытается оторваться. Итак, Загуменов под занавес с первого из трех кругов дистанции лидирует. Айдар Нуриев сейчас на втором месте, но соперники позади Нуриева не дремлют, и они достаточно близко. Первый круг дистанции позади, лидирует Загуменов. Тимур Кемельчанов перемещается на третью позицию. На счету Тимура Кемельчанова два проведенных заезда в сегодняшних соревнованиях. Одна победа и одно второе место. Так что в сумме у него 7 очков из 8 возможных. Но вот в этой гонке Тимур Кемельчанов пока что третий. Опередив Николая Карамышева, он бросается в погоню за своим земляком, молодым Айдаром Нуриевым, который также выступает успешно в международных ралли-кроссовых соревнованиях. Айдар Нуриев блестяще выступил в чемпионате Европы. В прошлом сезоне стал вице-чемпионом Европы по ралли-кроссу. Но лидирует сейчас Сергей Загуменов. Чемпионом Европы в классе S1600. И также этот пилот доказал, что является настоящим мастером ледовых трасс. В 2014-м на счету Сергея Загуменова титул был в чемпионате России по зимнему треку. На последнем круге дистанции сейчас находится пилот. И обратите внимание, дорогие друзья, на задней прямой первая тройка идет достаточно плотно. У Загуменова небольшое преимущество, а удалее пилот Кемельчанов атакует Айдара Нуриева. Очень была поздняя атака. Носит автомобиль Тимура Кемельчанова на внешний радиус. Но Нуриеву не удается перекрестить траектории. И в итоге Кемельчанов на второй позиции. А первого отмашку Кришна Флага получает Сергей Загуменов. Тимур Кемельчанов даже вложил эстетическую подвижность. Получил автомобиль Кемельчанова. Посмотрим еще, какой доклад делают студии с постов директора гонки, и, может быть, там будет вынесено предупреждение. Но посмотрим. Забегать вперед не буду. Послушаю, что скажут судьи.